то расстояние, которое электроны проходят между соударениями. Соударение, потом он пробежал, там же и скорость, да, свободного пробега. Вспоминаем, в прошлый раз я сказал, в чем была главная ошибка. Математически именно, не просто вот по, так сказать, а прямо вот. Элемент всей этой истории работал неправильно. Смотрите, вот у нас формулы, да? Они же смысл имеют физически, правильно? Если вспомнить, что такое сигма, что такое J, то мы, оказывается, обнаруживаем, что, допустим, у нас плотность электронов, ну, у нас же, да? Мы через плотность токов идем, значит, у нас плотность электронов в элементарной ячейке сильно больше, чем изначально должно было быть. Правильно? Если она больше, то что происходит? Вот почему, типа, последовательное рассмотрение физическое, логических таких вот вещей, оно имеет смысл, а попытка угадать издалека, она как бы теряется вот в непонимании причин. Вот то, о чем мы говорили, проводимость металлов и полупроводников. Одни и те же причины диаметрально противоположно влияют на довольно схожие теоретические структуры. У нас плотность электронов в единице объема намного больше. Но также больше и определенная особенность этих самых электронов. Какая? Точнее, что нам присуще вот электронов в данном случае, в этой теории? Что должно иметь место быть? У нас вот эти формулы, они нам о чем-то говорят. Формулы для идеального газа, их много, и они выглядят... Ну ладно, окей, давайте. Хорошо, а половина из них идеальный газ, а вторая? Что? Так, а значит? Значит, скорость зависит от температуры. И у нас получается, что через вот эту вот большую плотность на самом деле у нас присутствует довольно серьезное тепловое движение молекул. Чем выше давление, да, ну, вот если у вас есть объем, будет давление повышать, температура растет, потому что ударений больше. Казалось бы, да? Но у нас тут есть зависимость, связанная со скоростью и термодинамической температурой. И для таких порядков плотности, при таких температурах, эта скорость на два порядка больше должна быть. Именно поэтому для свободного пробега больше. То есть может показаться, что они там соударяются и друг другу мешают. Но это не шарики в решетке из шариков. Там ионы, да, электроны, и, мягко говоря, с одной стороны, там мы можем описывать, там, грубо говоря, вот, структуру атома через строго боровскую модель. И теоретически она работает худо-бедно. Да? Нам даже если Бор Резерфорда взять. Но в реальности нужно понимать, что шариками там и не пахнет. Соответственно, когда мы начинаем говорить какой-то конкретный малый элемент всей структуры, то есть мы можем описать внешние физические свойства металла как структуры с помощью рентгеновской дефрактиметрии, предполагая, что происходит строго элементарное взаимодействие электронов как шариков, которые выбивают шарики,
ноль. Когда берут и расставят.
Это поле должно быть перпендикулярно объекту. А в объекте нам что важно? Движение частиц, направление потока электронов, то есть ток, плотность тока. Соответственно, у нас поле должно быть перпендикулярно, они могут там туда двигаться, сюда, это не важно, потому что поле будет вот так вот направлено. Да? Соответственно, напрямую, да, из векторного произведения можно это увидеть. В чем суть эффекта Холла, кто помнит? Много датчиков есть. Можем. Есть такие штуки. Ну, датчик Холла, да. Кстати, ну хорошо, согласен. Есть, допустим, такие интересные элементы, как элемент Пельтье. Это не совсем то, что. Ну, это не то, о чем сейчас мы говорим, но это очень сильно связано вот с тем, что мы договорили в предыдущем. Передача импульса, температура и нагревание, точнее, охлаждение. Не знаете, что такое элемент Пельтье? Да. Ну. Я, признаться, я знаю, как он работает и как он работает в науке, а как его в холодильниках используют, я себе слабо представляю. Потому что в холодильнике он используется как там хладоген, короче. Вот. А как вот эти маленькие пластины реализованы, ну там фреон же гоняется по трубкам. Есть, ну, блок с охлаждением этих пельтье, я просто не такого не размера, я слабо представляю. Потому что лично я видел вот такие вот маленькие пластинки, которые, ну, используются для того, чтобы там, допустим, датчик охладить или там светодиод, например, вытащить с него температуру, потому что они греются довольно сильно. Ну, там всякие даже вот такие. Вот, это мне понятно. А как в холодильнике, какого он размера, я, честно, в глаза не видел. Но в целом, да, да, эта штука, короче, если вы с одной стороны ее будете охлаждать до какой-то температуры, то с другой вы можете получить сильно ниже. А механизм вообще обалденный. Вот, ну, кстати, да, сейчас паузу сделаем, потом вернемся к Холлу. Вот мы до этого говорили о том, что электроны передают импульс. И почему мы говорим, что у нас не учитывается определенный вид движения, да, тепловое движение молекул, правильно? А если мы его учтем, то у нас для свободного движения растет сразу, да? Значит, в элементах Пельтье происходит интересная штука. Если подать там ток, они так устроены из двух разнородных металлов, что они перегоняют электроны фактически из одной области в другую. Потому что проводимость у двух разных типов металлов, она разная. Вообще на разной проводимости построено много эффектов. Например, там термопары, там сплавы используются. Ну, вообще с разные типы термопары. И там, как обычно, чего не приведи, всегда есть много... Любая аналогия ложна, она не отражает сложную ситуацию. Поэтому примеры зачастую всегда будут фиговые. Они всегда должны быть фиговые, просто некоторые чуть лучше, а другие чуть хуже. Вот, соответственно, термопары из разных металлов, и, значит, таким образом мы можем температуру регистрировать. А вот там тоже два разных металла. А еще два разных металла очень хорошо, наглядно можно увидеть, что происходит, если у вас труба медная, чугунная, сплавленная, потому что кто-то решил, что он очень красивый и понтовый, и красивую себе радиаторную батарею захотел, а подводка у него чугунная. У него там коррозия за полгода произойдет сразу, потому что проводник, жидкость, будет двигаться по этим штукам, и у вас там будет происходить довольно интересные ускоренные эффекты коррозии благодаря там условно разности проводимости на границе раздела двух сред. Ну там неважно, алюминиевый. Главное, что поэтому у вас с алюминиевыми батареями, если у вас алюминиевые нормальные батареи, у вас стык пластиковый, чтобы не было двух разных разнородных металлов. Иначе, короче, полгода и вот. Разнородная проводимость — это очень интересно. Так вот, и Пельтье тоже работает. Причем работает она не очень классно. Они сбрасывают импульс с электронов. Когда они переходят из одного в другое, они, короче, теряют энергию, потому что, ну, им нужно типа двигаться. Таким образом, они как бы охлаждаются. То есть там, где как Сизифово охлаждение в квантовой физике. Просто вот они становятся более медленными, а значит, более холодными. И, соответственно, температура там падает, потому что там движение меньше. А если там движение меньше, значит, ну, как бы, часть становится холодной. Воздух считаем изолятором, плюс-минус.
Если другую сторону, а другая сторона начинает греться адски, да, ну там не адски, там серьезно. Если вы ее охлаждаете, грубо говоря, чуть-чуть, там, допустим, до 0 градусов, то с другой стороны можно получить уже там минус 50, плюс-минус. Причем все это вот прямо при комнатной температуре, подключили два этих, с одной стороны лед, с другой стороны уже минус 50. Очень удобно. Вот такая вот тема. Ну, грубо говоря. Значит, эффект Холла. Схематично. Эффект Холла выглядит вот так вот. И делает он, соответственно, что? Наведенное магнитное поле на проводник приводит к перераспределению заряда. Соответственно, какие, кто-нибудь помнит, если вот сейчас, теперь уже картинка, наверное, супер известная, кто-нибудь помнит вообще что-нибудь да, полезное, вот, что мы можем вытащить из эффекта Холла? Да, например. Еще что? Ну ладно. Привычка ждать ответ. Смотрите, контекст. Мы же в контексте сидим сейчас. В каком контексте мы сидим? Мы пытаемся понять, как устроен металл. Правильно? Эффект мы наблюдали, правильно? Эффект это для металлов. Значит, мы должны понять, каким образом его можно применить, накинуть, так сказать, на ту теорию, которая у нас есть. Ведь теория, которая разработана для описания металлов, это не, как это, эврика и все, да? Типа, как это, как там все? Архимед, да, со своей ванной и эврикой. Вот такой космической чуши, конечно, придумать надо уметь. Ему поставили серьезную задачу посчитать объем серьезной царской штуки, понтовой. А он, точнее, нет, не объем. Ему нужно было посчитать плотность, чтобы узнать массу, потому что, короче, точнее, да, плотность, чтобы по имеющейся массе прикинуть, это настоящее золото или барахло какое. И он решал сложнейшую задачу для своего времени, потому что форма короны слишком сложна для того, чтобы тупо посчитать геометрические ее размеры. И вот он нашел выход. Это серьезный научный труд был, между прочим. А не так, что в ванной полежал такой, о, блин, вот это классная мысль. Такое это не работает. Нужно очень много работать, чтобы потом действительно тебя могло, конечно, озарить. Но тем не менее, задача была реально сложная. И я уверен, что многие школьники, не имея вводной, с этой задачей не справятся. Или почти все. А если будут иметь вводные, то все равно сделают все неправильно. Без полного описания. Я бы сделал точно неправильно. Потому что непонятно, от чего дальше нужно отталкиваться. Ну хорошо, мы знаем, нам нужно знать уже плотность воды. Видите, нужен целый эксперимент дальше. Нужно знать плотность золота, нужно знать плотность воды. Значит, нужно их посчитать. Нужен стандартный метод, который умеет считать плотности. То есть это не просто так, типа, опустил корону в воду и такой, о, все понятно. Перед этим нужно там еще 20 лет заниматься примерно схожими темами, чтобы понимать, как это в принципе может или должно работать. Большая наука. Так вот, здесь то же самое. Мы изучаем физику металлов сейчас конкретно, поэтому нам нужен эффект Холла не потому, что он клевый или потому, что интересный, хотя это тоже, а потому что мы можем его применить к нашей теории. И он должен работать относительно того, как мы описываем систему внутри нашего металла. Понятно, да? То есть наша теория должна быть достаточно стройной для того, чтобы эффект Холла имел физический смысл в рамках нашей теории. И отражал действительность ровно так, как мы ее описываем. В противном случае, там эффекты, связанные с проводимостью, для нас стали бы загадкой. Ну, то есть теория теория, а как это работает, да? Теория, что там, не знаю, ядро Земли сварено из сыра.
Ну, как бы теория, да, доказуха, то есть, ну, типа, ну, такое, да? Вот, и разные эффекты должны сразу. Откуда берется магнитное поле, если ядро сварено из сыра, понимаем, да? То есть нужно как-то вот подвести. Значит, и подводим. Соответственно, как можно подвести? Ну, очевидно, что эффект Холла взаимодействует с электронами. Значит, скорее всего, мы можем контролировать или можем понять, от чего может зависеть поведение электронов, когда мы наворачиваем на нее эффект Холла. Наведение поля приводит к тому, что заряд стекает на одну из сторон. Строго на одну, значит, да, у вас есть правая тройка, X, Y, Z, правая, вот туда, короче. Вот. И у вас заряд не перераспределяется. Это металл. А если это металл, то что? Он только электроны. Дырок там нету, как источников проводимости. И электроны стекают на одну сторону. А с другой стороны электронов нету. А есть что? Положительные ионы. Соответственно, локально положительный заряд проявляется и локально отрицательный. Как мы это регистрируем? Мы их регистрируем не как заряд прям, о, а скорее как появление дипольного момента у проводника под действием поля. Ну, дипольный момент, да? Просто вот как вот дипольный момент есть у атома, да, хотя он электронейтрален, у плазмы, хотя она считается электронейтральной или слабо заряженной, ясно, да? Как мы регистрируем дипольный момент? Какие могут быть варианты? Смотрите, дипольный момент это перераспределение внутри одного образца, да? Допустим, наведенным полем, правильно? Какие мы можем рассмотреть варианты, когда мы навели поле на образец? Вот я, если честно, кстати, конкретно как измеряется дипольный момент в эффекте Холла, я не изучал. Но у меня в голову приходит пару вариантов. Во-первых, у вас может быть заряженное что-то. Если вы просто будете тыкать в эту штуку, то если у вас заряженное что-то минус, и вы тыкаете в бачок с минусом, то вы увидите очевидный эффект. А если вы с другой стороны будете тыкать в бачок с плюсом, то другой эффект. Дальше, как это можно делать по-тупому? Вот я говорю, как они конкретно измеряют дипольный момент, лично я не изучал, потому что все-таки электромагнетизм не моя прямая специальность. Мы прямо сейчас изучаем именно вот то, как это привело к физике твердого тела. Поэтому это я тут виноват. Вы можете сами посмотреть, и, возможно, я супер не прав в каких-то таких маленьких детальках, а может быть даже в больших. Но конкретно в этом случае на сеточку можно наложить эту пластинку. У вас есть заряд, который вы точно знаете, вы зарядили его, сколько там. И вот вы тыкаете в бачок на некоторое расстояние. У вас есть формула Кулона, которая показывает расстояние, связь расстояния и заряда. Ну и дальше, как бы, насколько он отходит, ну, типа силу. Можно прикинуть силу. Это работает настолько круто, что даже с капельками воды работает. И капельковое масло работает в лабе, ну, я вам рассказывал. Там, где поле наводится, и капельки, значит, стекают, а поле компенсирует гравитацию. Ну, маленькие такие. И можно посчитать, и в этих капельках мы считаем количество электронов. Вот до такого доходит. Как у бруска металла, на который поле навели, посчитать дипольный момент, ну, это, я думаю, что в разы проще. Но простой вариант, вот, да, потыкать силой просто и посмотреть, сколько. А сила у нас в электричестве как выражается? А? Через напряженность поля. Все, вот так вот это и работает. Вот. Так, значит, соответственно, перераспределение электронов, да, значит, приводит, ну, к дипольному моменту, который наводится на наш образец. Это не так важно. Важно следующее, что эффект Холла хорошо посчитан внешне. А вот объяснение его, оно, как бы, ну, вообще оно все примерно в одно время было, плюс-минус. Но смысл в том, что, короче, мы знаем вот такие штуки, которые определяют в том числе и металл. Значит, из тех, которые стандартные вы должны слышать, это тот, который называется коэффициент Холла. Да? И второй из них – это магнитосопротивление.
Магнитное сопротивление, ну, очевидно, да, у вас есть сопротивление металла, есть магнитное сопротивление, то есть противостояние магнитному полю. Да? Логично? Соответственно, получается точно так же, только нам нужно определить силу, которая у нас будет работать по вот этому направлению, и плотность тока, ну, то есть движение заряженных частиц. Соответственно, если мы это рассмотрим, то мы можем определить, от чего должен зависеть у нас коэффициент Холла. Логично? Соответственно, в случае, если у нас электроны, коэффициент Холла, как это, точнее, в случае, если у нас, да, электроны, коэффициент Холла отрицательный, а ток должен иметь положительный знак. Соответственно, ну, в противном случае наоборот. О чем нам это говорит? Значит, во-первых, это нам говорит о том, что за проводимость в металлах отвечают электроны, а не дырки. Понятно, да? То есть расчет коэффициента Холла нам позволяет, ну, точнее, оценка вот этих параметров позволяет нам определить, что свободный заряд мы можем оценить, да, что у нас есть разные виды материалов, которые проводят по-разному. Но в данном случае мы можем смело утверждать, что в металлах за проводимость отвечают электроны. А теперь внимание. У нас есть внешний эффект, померенный заранее, который должен состыковаться с нашей теорией. В нашей теории за проводимость отвечают электроны, там своей длиной свободного пробега и вот этим вот всем. У нас есть уже готовый измеренный эмпирический результат, который мы на самом деле еще до конца не интерпретировали. И мы проверяем одну теорию и другую. Ну, или можно наоборот на самом деле, правильно? И в результате, ну вот, допустим, первая часть у нас сошлась. Какая у нас сошлась? Та, что за проводимость в металлах отвечают электроны. Логично? Пока вот уже неплохо, да? Прикиньте, если бы это не сошлось. Все, дальше уже можно забыть о том, что теория работает. Типа вот. На самом деле так бывает часто. Допустим, если там в оптике есть гипотеза о передаче там энергии через какой-то ион, да, или вхождение этого иона в кристаллическую решетку, вы все там уже красиво должно получиться, туда-сюда, феншуй, делаете измерение на рентгене, делаете измерение в оптике видно, что штарковская структура не проявляется для таких уровней, и поэтому ваша теория барахло, а в рентгене видно, что у вас вообще не тот кристалл получился, и поэтому ваша теория барахло. И дальше нужно либо, надо что-то думать, короче, с этим что-то делать, либо пытаться подогнать способы синтеза, обработки, формирования вот этих вот, ну, частиц. Ну, короче, другой метод создания вещества подбирать. Либо отбросить этот и исследовать то, что получилось, и пытаться уже из этого что-то двигать. Ну, обычно прямо видно, типа, если у вас плохо что-то, ну, не то, что плохо, если вы рассчитывали на одну историю, а получилось какое-то барахло, это, условно говоря, видно глазом. Например, люминофоры, если хотели сделать классные, а он плохо светит, то, видимо, что-то пошло не так. То есть на уровне просто лазерной указкой посветил, а он не ослепляет тебя своей яркостью. Все, нобелевского результата нет, поэтому что-то плохо пошло. Идея так себе. Ну и там миллион причин. Но вообще они должны быть взаимно проверяемые. То есть, типа, если вы считаете по теории, что там, допустим, у вас должны уровни вот так вот расщепиться условно, и вот такие должны быть пики, а значит, будет такая люминесценция такой длины волны. Ну, понятно, я надеюсь, это не нужно объяснять. Да, а у вас такой длины не получилось волны, то что-то пошло не так. Поэтому проверка вот этими теориями, она прям супер в этом плане, потому что чем лучше изучены те или иные эффекты или явления, в частности, вот редкие земли, например, хорошо изучены по электронной структуре, ну, по тонкой структуре. Поэтому мы можем смело предполагать, в каком диапазоне что у нас должно светить. Вот. Да, да. Не, смотри, когда мы говорим о таких вещах сейчас, где это движение, вот. У нас есть направление, по которому мы смотрим. Это направление наша ось X. Так вот, у нас электроны по умолчанию должны двигаться в направлении по оси X. Это вот направление движения частиц. А почему они должны двигаться? Под действием какой силы они могут? У тебя проводник. Ты на него поле навел. Электрогитара. Дж-дж.
Тебе даже батарейка не нужна, если у тебя не AMG, чтобы они там двигались. Да, но фокус эффекта Холла в том, что у тебя, когда поле наводится на заряд, на любой металл, короче, у тебя возникает движение частиц. Да? Это движение электронов. У тебя возникает сразу электромагнитное поле, которое может действовать, там индуктивность, все дела, две катушки, джидж. Вот. Но в эффекте Холла фокус заключается в следующем. Если ты поле перпендикулярно бахнешь и только магнитное, то ты влияешь на движение частиц через перераспределение этих частиц по объему этого проводника. У тебя они как бы все смещаются. То есть не так, что они у тебя двигались вот туда, а потом такие, не, все, я пошел вот туда, пожалуй. То есть у тебя появляется вторая компонента. И они все как бы вот туда уходят. Если бы мы смотрели на это на рентгеновских каких-то картинках, диаграммах, вот, точнее, не в этой истории развития рентгеновского там этого излучения, я вам показывал вроде, у вас там вот тоже поле наводится, магнит постоянный, там он был нарисован такой, типа плюс-минус, там, север-юг, красный-синий. Вот здесь вот площадка, относительно которой у вас движется электрон. Вот на эти магниты, если их двигать, просто физически двигать, у вас распределение поля внутри площадки, оно меняется. И электрон сначала, который двигался вот так вот, будет двигаться вот так вот. Понятно, да? Ну, это к телевизорам, кстати, вот как раз тоже относится. Ну, в общем, да. Но все равно это локальное перераспределение заряда, понятно. То есть то, что их больше вот здесь, не значит, что типа они там просто все ушли. Хотя такое, наверное, тоже возможно в предельном случае. Да. А магнитное поле постоянное? В эффекте Холла? Постоянное. По-моему, да. Нет, ты чё? Смотрите, между постоянными и переменными полями разница следующая. Постоянное поле – это поле, которое имеет очиха вот такое, а переменное поле – оно имеет вот такое. Понятно? Постоянный магнит имеет постоянное магнитное поле. Двигаю я его, пинаю или там, не знаю. Нет, если я вот эти два магнита подвину вот сюда, то поле все равно будет постоянно. Я просто его сместил. Если я его подвину наверх, оно все равно постоянно. Потому что, как бы так объяснить, для того, чтобы поле было переменным, у него должна быть частота, по которой меняется что? Допустим. А на самом деле? У нас есть постоянный, только переменный. Для того, чтобы из переменного сделать постоянным, нам нужен выпрямитель. Правильно? Что он делает? Вот у вас было переменное поле. А выпрямитель что делает? Ну? Давайте на этом остановимся. Я имею в виду, что источник поля, вот, допустим, магнит постоянный, он типа... Ну да. Не, в смысле, если я их подвину вниз, они все равно будут отклоняться, я поле поменял. Оно просто другое вот здесь уже. Вот когда они вот так вот, и когда они там, не знаю, вот так вот. Это два разных поля. Почему мне такой вот вопрос возник? У нас же был опыт по определению спинового электрона. Там для того, чтобы наблюдать вот это вот
Так. У тебя электроны по спину здесь делиться не должны. Типа в телевизоре у тебя электроны по спину не делятся. У вас они уже нет телевизоров, о чем мы говорим. Вот. Но, кстати, задержка у электронно-лучевых самая ноль вообще. Физически ноль. Ну, время отклика у физического, у монитора электронно-лучевого ноль. Ну, скорость электронов, она типа скорость света, поэтому ноль. Эффект Холла, да, поле должно быть однородным. А если не однородным? То это не эффект Холла. Там, по-моему, не на силе Лоренца, а вот это. Есть сила, которая да, как вылегает из-за неоднородности. Да. Он ответил на твой вопрос? Я просто не совсем. Ну, фактически, да, потому что... Отлично. Только время почти закончилось, а так все окей. Вот, но мы сейчас это, быстренько. Значит, с этим понятно, я надеюсь, с картинкой. Хорошая картинка. Так, значит... Я что-то немножко сбился. О чем мы? Мы посчитали коэффициент Холла, правильно? И таким образом определяем, что у нас проводимость чисто из электронов торчит. Правильно? Потому что, посчитав компоненты, мы понимаем, что у нас, соответственно, знак будет соответствовать, как это, знак носителей заряда будет соответствовать, собственно, коэффициенту. Теория уже сходится. Неплохо. Вот. Второй момент, который нужно вытащить, который нам поможет понять, что происходит, это магнитосопротивление. Значит, магнитосопротивление позволит нам что определить? Но вообще для начала нужно увидеть компоненты, которые в него входят, поэтому я, пожалуйста, сразу покажу. Да? Значит, магнитосопротивление – это… величина, которая нам будет показывать, как магнитное поле влияет на, ну, формально на движение, то есть на скорость электронов. Понимаем, да? Тут вводится величина, о которой мы попозже поговорим, вот эта частота экранирование. Мы вот этот слайд потом еще отдельно разберем. Давайте у нас, поскольку мало времени, больше на физический смысл надавим, а потом я к этому слайду еще вернусь, потому что у нас как раз следующая глава – это то, что описывает эту вот величину. Частота колебаний электронной плазмы. Формально, да, вы видели, я вам рассказывал уже частично, что металл, он типа, как это на химии говорят, обладает металлическим блеском, типа пластичный, твердый, блестящий, вот это все, да? Вот ответ на вопрос, почему он обладает металлическим блеском. Ну, алюминий, поэтому оксидной пленкой покрыт, но остальные металлы вроде не такие. Это потому, что все электромагнитное излучение, он просто вот экранирует. Он в себя, ну, вот, видимого диапазона, который нас интересует, который глазами, да, регистрируется. Ну, плюс диапазоны, которые выходят еще за видимый, но для нас это не так важно, не то, что не так важно. Важно, что, короче, они полностью экранируются этим объектом, и поэтому он их 100% отражает. Понятно, да? Вот. И поэтому электромагнитная волна в эту решетку не попадает. Тут нужно понимать, что есть довольно много разных интересных историй. Вот, например, эта штука, это не металл, да, тоже видно, что непрозрачная, отражает все, что надо, правильно? И вот нюанс в том, что, вот у металла почему? Вот почему вот так? Ну, понятно, да, к чему я клоню? Есть кристаллические структуры, прозрачные, ну или там такие, в основном решетки у них. Есть металлы. Они внутренние довольно похожи по строению.
но выглядят кардинально по-разному. Все металлы примерно единообразны, да, а кристаллы вообще есть любые всякие. Есть суперпрозрачные, есть непрозрачные вообще. Ну, понятно, да? И это вот зависит от внутренней структуры. Мы называем это в общем случае спектрами поглощения, но для металлов спектр поглощения видимой области отсутствует вообще. А вот это свойство металлического блеска, это вот как раз то, что будет связано вот с частотой колебаний электронной плотности. Вот так вот. Значит, физический смысл. Соответственно, если мы выразим все через импульс, и как обычно, вот на самом деле только там спустя несколько лет понимаешь, что вот в самом начале, когда самое первое начинается механика, что вот сейчас всегда две компоненты раскладываем по осям, проекцию строим, считаем то, что нам нужно, да? Соответственно, формально практически ничего не меняется. Вы только просто узнаете новые силы, которые вы используете фактически в тех же уравнениях, которые у вас и были, ну, типа механических. Не все, понятно, легко запомнить, но если бы вы только в этом варились, то они бы были у вас прямо в голове. Они варятся, ну, так можно записать, а потом уже в конспектике подглядеть. Значит, вот, соответственно, грубо говоря, мы посчитали, и таким образом приходим сразу к коэффициенту Холла. Вот он внизу, ну, мы, говорю еще раз, потом это, может быть, разберем, а может быть, нет, все равно я вам презентацию дам, поэтому вы можете посмотреть вывод сами. Сколько у нас времени, сейчас осталось буквально 8 минут, судя по моим часам. Вот. Значит, что мы из этого можем вывести? Ну, совершенно очевидно, да, что в уравнении самым главным и единственным компонентом, который может что-то влиять, является n. А что такое n? Концентрация свободных светил заряда. Таким образом, мы можем смело утверждать, что коэффициент Холла в рамках, допустим, нашей гипотезы и в целом в рамках, ну, как бы, описания эффекта Холла подразумевает, что коэффициент Холла в принципе зависит только от свободных носителей заряда. Да? Как бы с одной стороны это логично, потому что в дальнейшем мы узнаем, что на электропроводность влияет, собственно, носители заряда, ну, там их скорость для свободного пробега, а вот плотность упаковки влияет в меньшей степени, например. То есть способ укладывания атомов. До какого-то момента причем. И вот это слово «до какого-то момента» работает также и с коэффициентом Холла, потому что на самом деле вот эта теоретическая выкладка, она не учитывает те самые нюансы, довольно глубокие. Поэтому эта история с коэффициентом Холла и вообще с зависимостью будет работать только для определенного числа металлов, у которых хорошая проводимость. При этом в низких температурах, да, и поле должно быть очень сильным. И вот тогда само поле влиять на происходящее не будет, а будет влиять только концентрация свободных носителей заряда. Значит, почему это так? Ну, в первом приближении, естественно, потому что создать суперидеальный бездефектный металл, на котором вот эти вот, допустим, наведение полей там, и колебания, появление дырочной проводимости на дефектах, ну, невозможно. Это первое. Второе, проводимость металлов, как вот свободных носителей, как через электронные свободные носители заряда, история довольно интересная, просто потому что проводимость металлов суперсильно различается у разных. Я уже приводил в пример, да, алюминий, серебро, золото, медь и всякие свинцы. Это два. Третье, все это хорошо при низких температурах, потому что мы снимаем колебания решетки, но в этот момент возникает вторая история, что у нас есть вещества, которые офигенно плохо проводят электричество в целом, но если низкая температура, то они сверхпроводниками становятся с нулевым сопротивлением. Да? То есть вот эти нюансы и границы, они, конечно, создают проблемы. И вывод в рамках
нашего коэффициента, ну, нашего расчета коэффициента Холла, он нам позволяет сделать там, грубо говоря, хорошие предположения относительно общих металлов, но металлов в чистом смысле вот как проводников. Но в целом, конечно же, при прочих равных это, как и в случае с самой теорией Друды, есть некоторая ошибка. Ошибка на самом деле следующая, что вот из данного уравнения мы получаем 100%, что для хороших металлов в сильных полях при низких температурах поле нам вообще наплевать какое. Потому что его здесь нет в этом уравнении, видите, да? Здесь есть только количество свободных электронов. Заряд стандарт. Да? Значит, совершенно понятно, что для металлов, вне зависимости от того, какие они, поле должно влиять. Оно не может не влиять. Даже если оно сильное и суперсильное, все равно оно должно влиять на то, каким образом у нас будут двигаться электроны в поле, потому что, ну, это логично. Однако, например, у самого Холла в экспериментах это обнаружено не было. То есть вот он построил эксперимент для того, чтобы видеть предельные случаи, и получилось так, как получилось. При этом влияние полей, то есть какое поле будет, для него, в общем, ну, не сработало. Причин там несколько. Я, если честно, почему у него конкретно не сработало, не помню, но, по-моему, для того, чтобы эффекты наблюдались, ему нужны были реально сильные поля. А, ну, типа, если их уменьшать, то эффект исчезает. Поэтому с эффектом можно было работать только в определенных условиях и с определенными, очевидно, металлами. И поэтому для этих условий, этих металлов, это типа начинало работать вместе. А если начинаешь с этим играться, то получается немножко по-другому. Вот. Вопросы по эффекту Холла для металлов? Ну да. Вот. И эффект Холла нам так выглядит. Эффект Холла — это когда мы говорим о пробеге электрона, мы говорим о проводимости металла. Соответственно, проводимость металла — это штука, которая зависит от свободных носителей заряда. А вот их поведение должно или не должно зависеть от внешнего поля. Внешним полем у нас будет выступать кто? Ионы. И мы оцениваем, имеют ли они вклад или не имеют вклад. Для того, чтобы оценить, имеет или не имеет, нам нужно навести мощное внешнее поле. В данном случае мы рассматриваем по отдельности всякие эффекты. В частности, вот эффект Холла. Эффект Холла наводит мощное магнитное поле. И мы пытаемся узнать, влияет ли мощное магнитное поле на движение электронов внутри металла. По заряду, по перераспределению влияет, но при только определенных условиях. И с одной стороны, мы узнали 100%, что внутри металла носителем заряда будет электрон, да? С другой стороны, получается, что внешнее поле, его силы не имеет значения, имеет значение только количество носителей заряда, что, разумеется, некорректно. Вот. Причем там у эффекта Холла тоже очень интересный разброс между разными типами металлов, и зависимость, мягко говоря, не супер очевидная. Коэффициента Холла имеется в виду. И теория, к чему мы подводим, теория Друды должна в итоге, ну или Друда-Зоммерфельда, в итоге должна объяснить в том числе и этот эффект. Почему получается из эксперимента так, что поле внешнее не работает? Ну как бы не учитывается. Еще вопросы? Там, по поводу того, что является источником заряда, там вообще-то история не то чтобы темная. Теория, что есть частица, которая проводит или которая является проводником. Там изначально это звучало так. Вот все, когда такие они возникают, они следующим образом звучат. Изначально, где-нибудь лет 250 назад, была теория, что что-то проводит что-то. Электроны проводят электричество. Причем что такое электричество и почему электроны должны его проводить, не совсем понятно. То есть
должна быть частица, которая что-то передает. Вот кирпич может передать импульс от моей руки к чужой голове. Вот тут то же самое. Надо сказать, спустя столетия квантовая механика посчитала, в принципе, идея хорошая, пожалуй, мы ее вернем. И собрала свой стек стандартной модели из 16 частиц. Половина из которых — это те частицы, которые, собственно, представляют из себя элементы материи, а вторая половина представляет из себя элементы передачи энергии для разных видов материи. Да? Другой вопрос, что вот эта вот передача, это сама по себе тоже частица. Вот электрон в итоге стал той самой частицей электричества. А набор опытов, он был, скажем так, вообще их было довольно много. Самые первые, ну, как только вообще получилось создавать генераторы, в любом случае, короче, вот, вот это примерно последняя четверть 19 века, да, вот там вот за этот очень короткий период столько всего произошло, буквально, потому что резкое разделение постоянного и переменного тока, потом индукция магнитного поля, самоиндукция магнитного поля, это все происходило буквально вот считанные годы. 1895, там трубка Крукса, вот это все. То есть трубка уже есть, электроны двигать умеем, только появился рентген. 5 лет, и уже, значит, это используется в одном направлении, а там, на другой стороне, там, значит, постоянные переменные токи воюют уже. Ну, собственно, Эдисон с Теслой. Причем, я, кстати, не помню, лампочка насколько давно появилась. Но, по-моему, что-то типа тоже вот как раз примерно тогда и появилось электрическое освещение. Ну, плюс-минус, я что-то там вот плюс-минус. Наверное, 1870-е. Если, кстати, надо посмотреть, я вот так вот исторически не вспомню. Хорошо сказано, патент на лампочку. Да, я просто год не помню. Я думаю, что что-нибудь конец, ну, 1800, это последний четверть 19 века, 100%. Там почти все одновременно было. Я когда по отдельности читал, у меня вот прямо картинка потихоньку складывается. Но я могу посмотреть, если интересно, глянуть историю. Я вот сейчас не вспомню. Честно, не вспомню. Ну, я могу посмотреть, если хотите. И ну нет, не сейчас. Я посмотрю в каком-нибудь старом советском учебнике красивую и романтичную историю о том, как кто-нибудь хороший что-то придумал, а плохой сделал все это неправильно. Что-нибудь такое. Мне вот чем нравятся старые учебники, там всегда есть исторические справки о том, кто что как сделал, хорошо, плохо, зачем, почему, где ошибся, где не ошибся. Ну они поэтому такие толстые. Очень удобно. Ну если это не какой-нибудь Ландсберг, там этого нету. Там только формулы, только хардкор. Вот, но я могу посмотреть. Я, честно, так сейчас не скажу. Все, 15:01.